Куджане 12 часов. Секторе Таджикистана в минувшем месяце составил 0,5%. Таким образом, в половине этого года цены и тарифы в республике повысили 0,8%. В кратком пояснении Национальный банк Таджикистана отмечает на своем сайте, что инфляция в июне этого года составила 0,5%, что на 0,1% пунктов же показателя этого же периода. Регуляторы подчеркивают, что на уровень инфляции в июне этого года в основном повлиял рост стоимости непродовольственных товаров 1,7% и платных услуг населения 2,1%. Отмечается повышение стоимости автомобильного топлива, в частности, сравнительно высокий рост цен на жиженый газ на 33% из-за сокращения импорта этой продукции. Согласно таможенной статистике, в июне этого года в Таджикистан ввезено 27,8 тысяч тонн сжиженного газа, что на 22,1% или на 7900 выше показателя мая этого года, говорится в пояснении НБТ. В нем отмечается, что цены на продовольственные товары в июне этого года, наоборот, снизились на 0,5%. Сравнительно невысокий уровень инфляции в Таджикистане в первом полугодии этого года связан с тем, что на потребительском рынке страны в течение февраля и марта этого года была зафиксирована дефляция. Двухмесячный дефляционный процесс